В 1900 году здесь находилось здание доходного дома «Словолитни» и производство медных линеек «Бергольд». Мы решили сохранить это название как отсылку как раз-таки к исторической ценности. Здесь занимались тем, что производили буквы, которые набирались на типографские машины, и была первая типография в Санкт-Петербурге. Они также продавали медные линейки и разрабатывали свои шрифты. Вообще центр занимается поддержанием каких-то молодых креативных начинаний. Поэтому большинство магазинов или деятельности, которые у нас сосредоточены, они как бы не совсем стандартные, и это не какие-то франшизы или массовые истории. Большинству людей, конечно, нравится, потому что это очень необычно, то, что ты можешь идти по обычной улице в городе, свернуть в арку и попасть как будто бы вообще в другой город.